подписчики, я в центре Ульма. Это местный ратхаус, немного непропорциональный. И наверху стоит шпиль с вот такой загогулиной, совсем явно не крест. Ну а сейчас мы посмотрим, насколько тут все закопано. Сейчас мы пройдем вниз, можете примерно прикинуть, насколько закопано все. Так вы убедились, насколько все закопано. А вот это вот верхушка местного Мюнстера. Наверху должна была стоять статуя Девы с младенцем. Но в последний момент это переделали, установили обычный шпиль. Это самый высокий храм в Германии, 168 метров. Спасибо за внимание. До следующих видео. Пока. That you'll take it into her side.